Салам алейкум. Дадашкин огород. Осень, все собрали, урожай собрали. Репку убрали, чеснок посадили. Остались те растения, которые не боятся мороза. Это вот джусай. Пришли в родительский дом детки и захотели манды с джусаем. Это такое вот ветвистое растение. Его нет в России. Там обычно используют черемшу. Многолетнее растение. Очень вкусное. Блюдо с ним получается сочное, нежное на вкус. Корешки остаются. Можно ножиком срезать, а можно вот так вот сорвать и потом промыть, прочистить, порезать на мелкие кусочки. Можно добавить жир бараний, мясо. Готовим чудесное блюдо из дрожжевого теста. Корейцы называют это блюдо бигоди, буряты, монголы, позы, бузы, уйгуры, булдруб манты. На тоненькую лепешку накладываем начинку, собираем против часовой стрелки, защипываем края. Эти цветочки ставим на листы, смазанные маслом, и варим на пару минут 25-30. Дашка кайфует. Вот они. На вид. Слазы. Ладно. С кетчупом. Очень вкусно. Папа говорит, еще райхан с ними. Вот. Любимый, любимый цветок. Лепешечка. Ну как без лепешечки? Можно готовить и с мясом. Только с мясом и луком. Тюсаем, с тыквой. Кто как любит. Ну, сегодня мы решили приготовить манты тюсаем. Дадашка очень доволен, очень вкусно. Но говорит, если бы был отканчай, было бы вкусно. Манты вкусные. Шынога отканчай. Мон койго сатканчай. Баркетчай. Аллапа, аллапа. Өттігімді шаллапа. Кенчай ойнайды. Жерлекте тоқтайды.